Понял. А он мне снился третий день, вернее, снился третью ночь. Сперва я думал дребедень и отгонял видение прочь. Но в свете утренней зари плеснуло в душу кипяток. Он тихо-тихо говорил: «Ты откопай меня, сынок. Лопатка, фляга, вещмешок и две гранаты РГД, сосенки, ствол, карандашом. А возле них мой юный дед, пропавший без вести в войну, пробелом между страшных строк ко мне ладони протянул. Ты откопай меня, сынок. Мне Бог послал хороший день, и электричку, и шесть такси, и взгляды сонные людей. Помилуй, Боже, и спаси. И я как будто бы здесь жил, узнал окопчик под сосной, и вновь ночные миражи сплелись в видение одно. Из старой каски ржавый бок по лезвию заскрежетал, и в руки мне подземный ток потек сквозь выцветший металл. И я увидел взрывы мин, и я почуял боя злость и диких трассеров огни, меня пронзившие насквозь. И замер ветер лишь в вышине, и время свой прервало бег. И я почуял, как ко мне подходит сзади человек. Ладонь кладет мне на плечо, но обернуться я не смог, и налетело горячо. Спаси Господь тебя, сынок. Поиски потерянной памяти, поиски потерянной жизни — слишком непростое занятие, если это делать всерьез. На страны расселенной скатерти снова кровь пролитая брызнет. Выдержишь ли ты испытание? Сам себе ответь на вопрос. Сам себе ответь на вопрос. Спаси Господь тебя, сынок.